Помощь в борьбе с коронавирусом Хакасии окажут московские врачи. Сегодня утром в Абакан прибыла бригада специалистов Минздрава России, Росздравнадзора, а также ведущих подведомственных учреждений. К этому часу специалисты уже пообщались с руководством республиканского Минздрава. Более подробная информация о принятых решениях появится позже. Известно, что московские врачи также помогают Кузбассу, Якутии, Республике Алтай и Иркутской области. Хакасия была вынуждена обратиться за поддержкой, так как не справляется с растущей заболеваемостью. Ежесуточный прирост уже более 160 человек, а из 823 мест в больницах свободно всего 23. При этом порядка 200 медработников выбыли из строя, так как у них выявлен ковид, и в некоторых больницах просто некому лечить людей.